самое лучшее воспоминание за 2021 год, это как я получил лучшего игрока матча против Урала. Турнир в Бронице, когда я забил гол Краснодар. Турнир в Казани, 2 гола Рубин. Мое лучшее воспоминание за 2021 год, как я получил лучшего игрока матча на турнире Казань Кап. Когда мы в первом клубе выиграли ЦСКА, это была наша первая победа над какой-то топовой командой. Мой переход в Академию Роли. Долгая беспроигрышная серия. Победа над командами топ-академии. Мои голевые передачи на партнеров. Дебютный матч за Родину против Рубина. Первый гол за Родину в Кубке. Ворота Спартака. Дебютный матч за Родину против Локомотива. Мой гол в ворота ЦСКА, который стал лучшим голом сезона. Две голевые передачи в матче со Сталином. 9 игр на 0. Победный гол на последних минутах в матче со Сталином. Для меня самым запоминающимся моментом стал матч со Сталином. Был очень эмоционально интересный матч. Наш вратарь в середине матча отбил очень важный момент, с помощью чего мы выиграли. Это 2 забитых гола в начале матча с Химками из ЦСКА, что позволило нам добить 2 победы. Это гол Калибаев, матч с Шем, который принесал нам победу. Мой гол Химкам в 9-ку, который попал в топ голов сезона. Ой, нет, 20. Молчи. Просто 21. 21, да. Давай. Мое самое запоминающее событие за 2021 год. Год. Как мы выиграли. Можно? Мое самое лучшее воспоминание за 2021 год. Спасибо! Мои лучшие голевые передачи на партнеров. Все, давайте. Топи, дорога! Стоп, по новой. По новой, да. Давай. Ты смотришь вообще, ты видишь? Да, я вижу. Ты шарфик можешь нормально держать, раз. Там на мост. Стоп, стоп, по новой, давай вот с единички. Раз, два, три, и мы пошли. Подожди, не решал. Я вот, вот так делаю. Все. Что мы кричим-то? Ну погнали. А что, так? Где как? Ну как? Нормально, сейчас, нормально. Топи за Родину! Давай. Топи за Родину!